Во времена Чинджусской битвы за крепость Чинджусом в целях предотвращения проникновения японских захватчиков, стремившихся перейти реку, в качестве военных сигналов зажигались огни фонарей. А также солдаты писали письма своим семьям, ложили их в фонари и спускали по реке. На фестивале фонарей на реке Намган города Чинджу эта трогательная история солдат была обращена в спектакль, который привлекает зрителей со всех уголков Кореи. Сегодня мы посетили мюзикл «Фонари», представленный городом Чинджу специально для фестиваля «Фонари». 역사적인 현장의 장소에서 이 뮤지컬 유등을 지금 공연하는 겁니다. 아, 유등 등에 얽힌 그 아름다운 이야기 이런 사연들을 좀 이렇게 오는 관람객들한테 이렇게 알려주고 싶어서 이게 주제 공연이 만들어진 겁니다. Мюзикл «Фонари» рассказывает о войне в Чинджу во время японского вторжения в Корею в 1592 году. После просмотра мюзикла аудитория покинула театр с переполненным чувством. 발레뿐만이 아니라 우리 민초들이 사람들이 단순히 지금 현대사회에서 자기 앞길만 보는 것이 아니라 주변과 자연과 그리고 이 시대의 흐름을 다 같이 느끼면서 가는 것을 공연을 통해서 봐주셨으면 좋겠습니다. Организация туризма Республики Корея под названием Дундуккон Фестивал огласил фестиваль фонарей на реке Намганг одним из лучших октябрьских фестивалей Кореи среди пяти лучших. Мюзикл «Фонари» с трогательной историей «Фонари» еще больше усилил интересную и увлекательную атмосферу на фестивале.